Короче говоря, штурм. Мы спали на холодном паркете. Потом я резко встал от этого холода. И потом Джум-Джум резко тоже встал. И потом Ярик тоже встал. Мы вспомнили, что было вчера. Равшана арестовали, и Ярик за ночь пошел себе и купил крутой костюм. Но мы хотим вызвать Равшана. И Ярик сказал, что нам нужно еще одного человека в команду. И он знает одного мафиозника-отшельника. И сейчас он скажет волшебные слова, и сюда мафиозник-отшельник придет. И он сказал, отшельник, приди, как тут выполз участковый. Я офигел. Потом участковый стал. И он сказал, что он покончил с старым. И теперь он мафиозник-отшельник. Мне было все равно, потому что мы хотим вызволять Равшана. Но все равно я слышал слухи, что в тюрьме очень поселили охрану, так как многие сбежали из тюрьмы. Но потом Джун-Джун сказал, что у Равшана есть родственники Хачи, которые 100% ему помогут. Я офигел, ведь Хачи, они как джигиты, они очень грозные. Если хотя бы одного родственника посадили в тюрьму, они же сразу же поедут и надают всем лещей. Джун-Джун сказал, что он знает, где они живут. И мы уже хотели туда поехать. Тут была неподалеку машина. И потом Ярик водила пошел взломать машину. Потом он взломал машину. Потом мы все сели в машину. И Джум-Джум указывал мне путь. Мы уже подъезжали к какому-то вокзалу. Мы так долго ехали, что уже стало утро. Потом мы все встали с машины. И Джум-Джум сказал, что они почти весь день проводят на вокзале. И он повел нас к хачам. Когда мы подошли поближе, мы увидели хачей. И мы подошли к ним поближе. Все хачи подошли ко мне, ведь у них не было главного, они все были наравне. И они сказали, что нас сюда привело. Потом Джун-Джун сказал, что Равшана арестовали полицейские, и что нам нужна помощь, чтобы освободить его. Они были в шоке, ведь Равшан это был их близкий родственник. И они сказали нам, что они помогут нам освободить его. И потом они пошли куда-то. Мы их подождали. Потом они приехали к нам с машиной. И мы пошли за своей машиной. И мы поехали в тюрьму освобождать Равшана. Потом мы все встали с машины. Все хачи взяли оружие. И наши тоже взяли все оружие. На входе был полицейский, который регулировал, кто может зайти в тюрьму, а кто нет. Он посмотрел на нас и сказал, кто же мы. Мы сказали, что мы приносим еду для преступников. Но потом полицейский вышел из своей будки, и мы его забили. Потом дверь в рот открылись, и мы все пробежали. Когда мы подошли к двери, я начал ее взламывать, и она взломалась. Когда мы зашли внутрь, внутри сидел генерал полицейских, и мы его забили. Потом мы открыли дверь в тюрьму, и мы зашли в саму тюрьму. Полицейские офигели, и мы начали перестрелку и битву. Потом мы перебили всех полицейских. Потом мы побежали внутрь камер. Оттуда вышел мент. Мы его взяли в заложники. Мы его взяли и повели на стульчик. И начали допытывать его. И потом Джум-Джум сразу же спросил, где Равшан. Сказал, что его отвели в более защищенную тюрьму для особо опасных преступников. Потому что оказалось, что Равшан не простой преступник. И мы офигели. И потом мы обиженные все начали уходить с тюрьмы. И мы ушли из тюрьмы искать Равшана. Короче говоря, штурм. Внимание, прием. Передаю очень важные вести. На нашу тюрьму напали. Все заключенные сбежали. Все полицейские погибли, кроме меня. Нападавшие личности неизвестно. Известно только то, что они ищут какого-то заключенного. Конец связи.